Сказка о царевне Несмеяне и естественном отборе. Много принцев предлагали царевне Несмеяне руку и сердце, а отдавали голову. Ну, а дальше, значит, закончили они танцевать и пошли жениться. Я так понимаю, что у вас все. В общем, дальше уже не так смешно. Но мы и до этого не так, чтобы обсмеялись. Драга, отрубите ему голову. Стойте! Встань, пожалуйста. Что это такое? Ну что это такое? Ну 12-му принцу уже голову рубите. Так положено ведь, просто не рассмеялась. А чему смеяться-то? Что-то смешного. Сколько принцев-то вы уже жизни лишили? Сколько головушек-то молодецких с плеч-то покатилось? Как так можно вообще? Доченька, а что же делать? Положено голову рубить. Положено голову рубить у него. Вы, папаша, знаете, вы тупой средневековый деспот. Извините. Господи, а по церкви одном так? А как? Только и знаете, что секирами махать и головы рубить. Ну, тоска же смертная. Мухи дохнут от скуки смотреть, вот как эти головы летят. А можно как-то вот, ну, не гнать картину, что ли? Можно же как-то вот, я не знаю. Ну, просто фантазирую. Иголочки под ногти ему загнать можно же? Под большие ногти большие иголочки. А под маленькие – маленькие. А? Ну, тут столько вариантов. Можно же, в конце концов, просто... Фу. Слушай, принц, я сейчас себе это представил. Это ужас. Вот, уже смешно. Или можно взять и снять с него кожу? Нельзя. Можно. Нельзя. Ну, я говорю, можно. Вот так взять ножичком, вот прямо у тебя под шапкой подрезать вот так на лбу кожу и вниз ее так вот тянуть, наматывать вниз и уже с пяточка, опа, дернул, и все, и он без кожи. Уже смешно, ну это смешно, это действительно смешно. Вот. Или взять кувалдочку и суставчики ему размозжить. Причем не так же сразу, хряк, а потихоньку, а потом можно сварить его во фритюре, в масле, по-вашему. Что я все говорю, я лучше покажу. Сейчас. О, Господи, нет, страшно, рубите ему голову скорее. Рубите мне голову.